Теплоизоляционный материал – важное звено в строительной промышленности. Пеностекло используют в качестве утеплителя, коммуникациях и не только. Более 95% материала привозят из-за рубежа, но скоро это может измениться. Ученые Мордовского государственного университета запатентовали экологичный стройматериал – пористую стеклокерамику. Технология проста и уникальна. Сухой помол, порода, не требующая никаких газообразующих добавок, и кальцинированная сода. Во время производства нет выбросов и вредных газов. А материал экологичен во время эксплуатации, потому что получен из природного сырья. Кроме того, он легкий, прочный, защищен от плесени и многое другое. Большая сырьевая база месторождений для производства пористой стеклокерамики есть в Мордовии. Материалы производят уже сейчас, а если отработать технологию, масштабироваться можно по всей стране. Для республики это новые высокооплачиваемые рабочие места и социальные программы. И стимул для всей строительной промышленности, для экономики в целом. Хороших вам новостей!